мотовелосипеда из моего детства. Внучата мои. Сниму, как вы ориентируетесь по знаку. Значит, вот сторный знак, мы шли на него. Вот на карте он. Вот он. Далее судовой ход поворачивает направо. Мы на карте видим, что нам в спину форму будет смотреть вот этот знак. Соответственно, ищем его. Вот как только он выравнивается, мы должны сразу по нему выравниваться. И пойдем уже, соответственно, вот так вот. Иногда они как бы здесь и здесь стоят. То есть удобнее вперед смотреть, но иногда только по заднему приходится ориентироваться. А вот помимо створных знаков еще встречаются и буйки вот такие. Причем на карте его нету. Мы сейчас вот здесь поворачиваем. Здесь вот его нету здесь, но это, видимо, чтобы не срезали раньше времени. То есть у нас сейчас должен быть еще створ в корму направлен. Сейчас будем его искать. А, вот он. Вот также есть такие знаки, как береговые ориентиры. Вот на карте мы видим. На карте видим, что возле него идет поворот судового хода, то есть после него. Вот нам пока в корму смотрит створный знак. Вот он, по центру. Мы должны пройти береговой ориентир и повернуть чуть налево. Вот мы его прошли. Поворачиваем. А дальше смотрим. У нас, по идее, вот отсюда должен быть створ. Вот он. Сейчас повернем вот сюда и должны увидеть его. Frozen smile, one dying fall, one crooked mile, one wailing wall, one broken vow divides the fear. Вот ширина судового хода здесь. Левый бакен белый, вот правый. One bird in spring, come summer soon, young lovers sing a simple tune, too young to know how dreams are brief, and come to fall on all. Проходить перекат, называется Каликинские борозды. Вот написано, что гарантированная глубина в меже 30 сантиметров. И вот на карте он. Before we fall, one stands alone. When all is gone, one is all. All is one. Высота берега просто зашкаливает. Для сравнения. Вот люди. Представление о высоте. Реально метров 100, наверное. How it should be. One hopeless love. One more lost cause.
one velvet glove. Close the doors. One back. Проходим вот такие комплекс сооружений, зданий. Что интересно, флаг Москвы развивается вместе с российским. One more chance. Понятно, что прямо в интернете. А вот мы проходим резиденцию Деда Мороза. Завтра сюда приедем на такси с визитом. Так что Дедушка Мороз, жди нас. One final dance unites us all. One grand romance before we fall. One stands alone when all is gone. When one is all and all is one. Ну вот и дошли мы до Великого Устюга. Панорама впереди открывается потрясающая набережная церкви. Завтра поедем в резиденцию Деда Мороза с детьми. А сегодня идем в Затон. Затон на слиянии реки Юг и Суханы. Устюг как раз и называется Устье Юга, Устье реки Юг. И вот мы сегодня уже выйдем из Суханой, зайдем в Северную Двину и сразу нырнем налево в Затон. Там и пришвартуемся. Вообще необычно, конечно, когда приходишь на лодке в новый город, в котором ты до этого ни разу не был. Тут такие просторы открываются, широкие берега, река не глубокая, достаточно глубины тут умеренные, то есть в среднем 2-2,5 метра. Вот те ансамбли церквей или монастырей, даже не знаю, которые открываются впереди, это прям супер картинка, как будто мы куда-то пришли, не знаю, какой-то европейский город, Германия, Венгрия, что-то такое. При этом, ну, нет плотной застройки. По Устюгу, кстати, сразу видно, что город строился с воды. То есть все фасады домов, все значимые здания в городе, они на береговой линии. Поскольку раньше единственный водный путь был, дороги здесь не было, то, как и в Европе, все фасады зданий, все на воду. И вот весь ансамбль города, он предстает как раз во всех красках именно с воды. И мы сейчас имеем удовольствие просто лицезреть это. Прям монументально все это смотрится. С одной стороны, есть какая-то такая провинциальный такой шарм в виде того, что застройка не плотная, здание низкоэтажное, а с другой стороны, река широкая, и это придает некий такой величественности всей этой картинке. Бодро так паромчик идет против течения, еще баржу тащит. Такая здесь лавировка, белый, красный. Нам надо обойти белый, повернуть налево и пройти между белым и красным. Красный справа, белый слева. И вот исторический момент, можно сказать, нашего путешествия. И вообще мы Сухана заканчивается, вот справа впадает река Юг, и Сухана и река Юг впадают в Северную Двину. Мы закончили наше путешествие по реке Сухана, прошли больше 550 километров и заходим в Северную Двину. Такая уже монументальная река, которая соединяется с Белым морем. Мы сейчас по ней пройдем до Котласа. А следующим этапом в июне уже от Котласа планируем до Архангельска. Ну вот такое слияние двух рек, образующих Северную Двину. Сухана, конечно, очень понравилась. Очень необычная река. Начиналась с пологих болотистых берегов и заканчивалась просто 100-метровыми обрывистыми берегами. Течением 7 км в час. Сложной достаточно навигации. У нас и дождь был. Солнечная погода нас радовала. Ну, в общем, путешествие сложилось отлично. А в ближайший день-два мы посвятим изучению Великого Устюга. С детьми планируем завтра поехать к Деду Морозу. Вот.
Ну а Северную Двину оставим уже на следующий этап, когда мы исходно собакем в Арнам. Поэтому вот кто думает, да, о том, чтобы, может быть, пройти этот путь, вот в мае, в середине мая, может быть, даже чуть раньше, однозначно рекомендую. Супер маршрут, реально очень интересный. Небольшой трафик, практически его нет, можно сказать. Уникальные города, уникальные вообще места, деревни, такие настоящие русские, о которых там городские жители в сказках читаем, в каких-то рассказах, можно сказать. Все, можно с этим соприкоснуться и совместить приятное с полезным, путешествие на лодке или посещение таких культурных мест. Люди живут другим укладом, и, в общем, есть возможность с этим соприкоснуться, совмещая водные путешествия и ну, такой культурный променад, можно сказать, по старым городам. И вы попадете в города, в которые вы бы в обычной жизни вряд ли вообще когда-то приехали. А тут ну, шикарная возможность. Заходим в затон. В Великом Устюге есть Северной Двины такой затон. Тут речка Рязанка, по-моему, она называется. И вот сейчас будем искать место для швартовки. Мы предварительно созвонились, но телефон недоступен владельцу лодочной станции. В общем, сейчас так будет, как придется. Прохождение Шекснинского водохранилища, Северодвинской водной системы и реки Сухона и заходом в Северную Двину подготовить капитану и команде шампанского. Ура! До Деда Мороза на лодке дошли. Кто бы мог подумать? Ура! Все, мы пришвартовались в Устюге. Вот такой у нас вокруг пейзаж. Мы в затоне находимся. Привязались вот к такому судну РБТ. Это речной буксир-толкач, видимо. Так расшифровывается. С владельцем согласовали. Вот будем две ночи здесь стоять, а потом пойдем в Котлас. Такие у нашего соседа тут буксирные конструкции. Все такое монументальное. Вот один шакал чувствует, вот моя рука. Они, видимо, поднимаются, чтобы высоту троса регулировать. Внутри рубка выглядит супер утилитарно. Вот такая вот. Видимо, положение пера руля, штурвал, а это, не знаю, там, видимо, ручки газа, а это передачи, что ли. Капитану сидеть не предполагается. Корабельная рында. Якорное устройство, брашпиль. Это, видимо, якорный ящик. Такой кнехт, да. Боржи, видимо. Что-то у вас молодежи много на пароходах. Это курсанты или? Да. Еще учатся или доучились уже? Я хочу учиться вообще. А.
Сегодня на берег выходим вот так, через судно. Саш, смотри, какой у него рубка какая. Там даже руль есть. Бинокль. Не падаем. А там пассажирский салон. Все, пойдем. Как называется лестница на корабле? Трап. У нас тут лодочная каша практически. Мы в самом замесе. Между Междуречьем и РБТ. Как она ездит, Саш? Расскажешь? Из-за винта. И что он делает, винт? Мы катались с тобой на такой? Зимой, помнишь, катались? Да, только не на такой. Ну, другая немножко была. Да. О, куча. Вот тут в Устюге моста нету, и горки открыты. Такие паромы перевозят автомобили на ту сторону. Папа, а почему мы на нашу? Папа. 43-й год. Паром сам. Тут какой-то местный детский клуб в таком формате. Папа, оттуда воняй. Ну, давай, иди посмотри, что тут. Пап. Такую большую дорогу мы дошли. Мотовелосипеды из моего детства. Там педалями разгоняешься, а потом мотор включается. Я помню такие в Обнинске были. Тебе нужно залезть повыше. Подавай руку. Вот, кстати, Петр Первый, когда был здесь второй раз, ночевал на своем корабле, на своем судне. Три раза был. Ой. Все, сфотографировала. Целая улица старых домов сохранилась. Купеческих. Класс. Утро у нас началось с того, что нас разбудили, попросили отшвартоваться. Они там что-то понтон сдергивают. В общем, какие-то швартовые операции проводят. Путейский вот подошел, сейчас будут, видимо, понтон забирать. Затоне постоянно что-то происходит, что они туда-сюда, туда-сюда, вода падает. За сутки упал на 20 сантиметров. Вот все понтоны, которые у них к берегу причалены, они сдергивают, чтобы совсем они не сели на сушу, на солнце. А говорят, вот Заря раньше ходила еще. Заря, да, она вот проезжали там до сих пор. Да, стояла, да, она, да, 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 так она Кортлов сходила, туда ходила вверх. И раньше реки эти самые чистили, чутили землеройки, стояла постоянно, никаких наводнений не было.
То есть можно было как на автобусе, да, добраться? А раньше же дорог не было, альтернативы не было никакой. Ходили вот до этого, до Котласа, там пазики, можно сказать, ходили, дороги, сейчас асфальт, да, все, раньше же ничего не было. То есть там, да, да, здесь и кассы, все. Все. Да. Велопробег сегодня. Не знаю, где до Мороза они едут или нет. Или просто мимо. Это тоже кабель. Ну что, Саш, Дед Мороз тут, по-моему, неплохо устроился, да? Вань, нравится вам здесь? Да. А там, смотрите, какие-то подарки, что ли? Ну-ка, посмотрите. Мне кажется, надо. Надо бензопилу тогда взять в следующий раз. Там что-то лежит внутри. Какие-то ленты, да, или туда сам складываешь подарки, наверное, для Деда Мороза. Это только... Заводи, заводи ступу. А, вот оно что. Вот что ты от меня скрывала 15 лет. Ты знаешь, что грузоподъемность метлы 55 килограмм. Раньше на кострах сжигали тех, кто меньше 55 килограмм, потому что считалось, что они ведьмы. Кто это идет? Это Баба Яга, что ли? Здравствуй, бабушка. Ой, эх ты, здрасте, губню крестья. Нога. Смотри, она не заплатила, она через турникет пролезла. Я послал 40, может 47, я не помню честно. Где-нибудь на почте лежит ворох. Помнишь, я просил у тебя велик, космолет и бензопилу, дружба. Но тебе тогда не хватило денег. Вот пишу сказать, что уже не нужно. Как-то приносил мешок, там были конфеты. А потом ушел в папиных тапках. Я тогда просил у тебя, чтобы коршунова Светка сидела рядом и любила, чтобы меня до гроба. В общем, это тоже теперь не надо. Внучата мои милые, опирашая ты, хорошо в гости ко мне пожаловали, меня вести. Терем обошли мы весь. Так что отмени все мои буквы, у меня желание теперь другое. Ты же тоже был молодой глупый, ты же тоже пел по дворам Цоя. Тоже полагал, что курить круто, тоже не носил во дворе шапку. Дедушка Мороз, если не трудно, к сыну приходи, одолжу тапки. Если честно, я больше решил проверить папку. Скажи, на чем мы пришли? Приплыли на лодке. Да. Что тебе Дед Мороз там подарил? Ну-ка, показывай. А что это такое? Расскажи.
Собирать будешь? Да. С Ваней вместе, ладно? Ну, все, вот мы и побывали в резиденции Деда Мороза. Дети в восторге. Здорово все организовано. Актеры приятные тут. Такая тропа сказок была у нас интересная. С Бабой-Ягой. Дедушка Мороз. В принципе, все понравилось. Классное место. Сосновый бор, в котором все расположено. Единственное, что странные немножко ценники, такие московские на все. Не каждая семья, наверное, может себе это позволить. С одним, с двумя детьми. Вот. А в остальном все здорово. Оказывается, история этой резиденции началась еще в 98 году. Лужков тут приезжал с визитом в Устюг, построил гимназию потом. И вот задумали здесь сделать резиденцию Деда Мороза. Так, с 98 года она здесь существует. Потихоньку раскрутилась. И теперь тут и почта, и со всей России пишут письма Деду Морозу, которые сюда приходят. И поезд Деда Мороза приезжает в Великий Устюг. В общем, молодцы. У нас вся семья ест мороженое. Мама, у тебя какое? Апельсиново. Саш, у тебя какое мороженое? Шоколадное. Ваня, а у тебя какое мороженое, Вань? Малиновое. А у меня дыня, очень вкусная. То есть вот времена там первой половины 16 века. И вот, ну, это же оживленное здесь было. Река – это главная трасса города в те времена. Люди, так вот мы вчера зашли, и вот у меня первое ощущение было, что мы как будто в какую-то столицу попали. То есть такая раскидистая широкая река, и по обеим берегам вот храмовые комплексы и старинные здания, которые фасадом изначально строились на реку. И это прям вот это читалось. Речной, типичный речной город, поэтому надо, конечно, его со стороны реки, поэтому вы вообще вот молодцы. То есть тот город, вот тот великий Устюг, который реально был великим, он исчез. Пьяни, почему? Потому что у них нет наследия, нет детей. Ни у того не везти такое же количество груза зимой требовалось. Да. Она, кстати, построена на месте купеческой усадьбы. И вот Устюг попадает в эту, значит, струю, такую новую тенденцию. И 70-е, 80-е годы подходят под эгиды вот реставрации города, восстановления. И в 21-м году был разработан второй этап проекта. То, что получается, что береги Сухона и Юг, они, ледоход начинается одновременно. То есть они одновременно пытаются вот сюда протолкнуть лед, а здесь мелководье. То есть они очень много в себе земли несут, и она сама себя заиливает. И там дальше острова начинаются, и она начинает петлять. И в тех местах лед набивается вот так, стенкой, и вода поднимается, то есть вода в город заходит с той стороны. Он служил в Питгородке, в 100 километрах отсюда. Вода большая была в 2016 году, тоже был большой ледоход, тоже 9 с лишним метров было. Льдину большую вытолкнуло прямо к Прокопьевскому собору. Хорошая высота там. Да, он на излучине, да, она шла с большой скоростью. Вот я стоял в этот момент около музея, вот розовое здание музея, и вытолкнул льдину.